Если вы отказались или уже родили детей, то есть если вы свободны от биологической функции, пожалуйста. Но если вы еще хотите любви, ласки, детей, это вот смотрите, простой пример. Лидия Смирнова, актриса, в санатории, говорит: Володя, пойдем погуляем. Ей 80 лет. Слушай, 100 королей сыграла. Великолепная карьера. Вот знаешь, прихожу домой, и никто меня не называет мамой. Вот она пошла в искусство. Сотни фильмов, рукоплещет весь мир. А кто ее будет провожать в последний путь? Где дети? Где внуки? И ей обидно, что как актрису забыли, а дом пустой. Не только бабушка никто не зовет, мама никто не говорит. И это все на всю жизнь уже. Можно сняться столетней старухой в фильме, а родить невозможно. И она видит, что жизнь-то ее прошла. Никто не остается, никто не принесет цветы на ее могилу. То есть выбирайте сами. Ограничений нету, но вы должны понять, что мужчина запросто станет отцом. А матери это тяжелейшее, это героическое, это подвиг. И в этом плане вот есть немножко разница.